Местные жители сегодня всю ночь пытались выгрести воду, но стихия оказалась сильнее. Талая вода прибывала с каждым часом. Не знаю, все полы у нас сейчас сгниют под водой, все. Не знаю, что делать. Топит не только тех, кто живет в низине, но и тех, чей дом в поселке находится на горе. Раньше, по словам жильцов, вода стекала в лес, пока на этом месте не построили детский сад, превратив овраг в возвышенность. В январе прошлого года на сопредельной территории был построен детский сад, который подняли на 2 метра выше уровня, и, соответственно, вся вода, которая уходила раньше в лес, она вся пришла к нам. Предлагали, значит, обсудить вопрос об изготовлении этой, о сооружении ливневой канализации по улице Таежная, но, опять-таки, все упирается в то, что жители улицы Таежной расположены еще ниже нас, и их затапливает еще больше, чем нас. Но средств так до сих пор не изыскали. По словам жителей, они не раз обращались за помощью к местным властям, однако у администрации на строительство ливневки в поселке денег нет. Таков был ответ. Чтобы хоть как-то спасти от потопа свой дом, Павел Кондратьев ежедневно вызывает машину водооткачку. Также он намерен вывести весь оставшийся снег подальше от поселка. Андрей Трофимов, Айгуль Низамутдинова, телеканал «Эфир».